В эфире информационный канал «Город», и мы продолжаем. Задержали с поличным на улице Монтажников. На директора спортивной школы «Юность» возбуждено уголовное дело. Дмитрия Логиновского подозревают в получении взятки. Оказалось, что на деньги он рассчитывал еще в феврале. Но сделка, правда, уже с сотрудниками ФСБ произошла 11 июля. На лице подозреваемого Дмитрия Логиновского волнение и растерянность, ведь во внутреннем кармане пиджака 84 тысячи рублей. По информации следователей, эту сумму он вытребовал с одной предпринимательницей еще в феврале этого года. Тогда он заключил с ней договор на обеспечение тренерского состава и спортсменов условиями проживания и питания. И за саму по себе сделку потребовал вознаграждение. Позднее директор спортшколы напомнил о своих требованиях и накануне попался с поличным. Подозреваемый уже допрошен в здании Следственного комитета. Зачем вас сюда приехали, доставили, понимаете? Что? То, что гражданка передала денежные средства. А за что она вам передала? Это благотворительность для развития школы. За заключение договора с одной из предпринимательств города Кирова потребовал от нее передачи ему взятки в размере 84 тысяч рублей. Собственно говоря, за получение данной денежной суммы сотрудниками ФСБ России по Кировской области он был задержан с поличным. Говорится, что Дмитрий Логиновский уже дал признательные показания и сотрудничает со следствием. В ближайшие дни ему будет выбрана мера пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.